лесу, где все без правил ходили до сих пор. Однажды появился дорожный светофор. Откуда-то с дороги принес его медведь, и звери прибежали на технику смотреть. И первым начал ежик: какая ерунда, нужны для светофора ток и провода. А если он не будет как следует гореть, то нам на эту штуку не стоит смотреть. Я с ежиком согласен, сказал зевая ворк. А если бы он работал, какой в нем был бы толк? Когда гоню я зайца, мне просто смысла нет. Бежать на свет зеленый, стоять на красный свет. И я, сказал зайчишка, когда уже бегу, сойти за светофором, простите, не могу. У нас лиса, сказала, порядки здесь свои. И нам на перекрестке не нужен подгори. Мне тоже он не нужен, сказал жезногий крот. Я сам себе пророю подземный переход. Услышав под собою разумные слова, я вообще и таю, пробую карасова. И мне совсем не нужно на красный свет глядеть, когда я перекресток могу перелететь. Осталось все как было. Шумит ему чебор, качается на елке без денег светофор. Но мы с тобой не зайцы, не волки, не кроты. Хожу я на работу, и в саде ходишь ты. Они мчат машины, стальные муравьи, и нам на перекрестке нужны посты ГАИ. Они нам помогают, нас учат с малых лет шагать на свет зеленый, стоять на красный свет.